Победа в конкурсе для любого творческого человека – это некая веха, рубеж, который становится мотивацией для дальнейшего развития и подтверждением признания. Ольга Султанова и ее одежда рязанскими девушками признаны давно. И в различных конкурсах, в том числе в международных, талант модельера отмечали не раз. Но победа, признается сама дизайнер, – это особенный вкус. 30 дизайнеров, финалистов. Нас поздравляют, нам вручают цветы, нам вручают какие-то сертификаты. Все крутые. И это как бы главный момент, что каждый раз на всех конкурсах все крутые. И как так вот должно совпасть, чтобы выиграл один, и этот один ты? В социальных сетях Ольга не раз говорила о своем творческом пути. Создавать одежду она начала с 13 лет вместе с мамой. 20 лет опыта за плечами и теперь, цитирую, «непреодолимое желание делать больше, чем сейчас». К финалу международного конкурса молодых модельеров Ольга и ее команда готовились долго и тщательно. В результате и коллекция, и номер получились продуманными до деталей. Это концептуально было продумано мной, вот досконально, вот действительно, чтобы и текст музыки подходил, и обувь заказывал, специальные аксессуары все. И вот, то есть этот целлофан, про экологию коллекция, то, что вот внутри меня сейчас кипит и бурлит, и вот оно прям воплотилось. Тема финала конкурса модельеров 2020 года – киберфэшн. Это мода будущего, стиль, отражающий стремительное развитие технологий в современном мире. Какой будет мода грядущих десятилетий, покажут молодые таланты МКММ, подготовившие уникальные образы. И среди тех, кто станет законодателем моды будущего – рязанский модельер Ольга Султанова. Марина Комиссарова, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».